Сигнальное устройство для протечек воды. Версия нулевая. Проверяем работоспособность. Окей. Внутренняя схема в порядке. Это, соответственно, сенсор. Проверяем его замыканием внешним. Работает. А сейчас попробуем, как он среагирует на каплю соленой воды. Берем и наносим каплю соленой воды на сенсор. Оп! Горит, родимый. Отсоединяем сенсор. Потухает. Сигнал есть. Спасибо за внимание.